Я с удовольствием побывал на дне, на фестивале, на мастер-классе монголо-бурятской национальной письменности. Мне это очень понравилось. Кстати говоря, я как-то был уже на подобном мастер-классе японской каллиграфии. И должен признаться, что вот именно это письмо мне понравилось гораздо-гораздо больше. Я, пожалуй, об этом потом расскажу отдельно. А пока вот небольшой репортаж. Теперь пишем букву. Правый, левый, да? Зубчик большой, маленький. Это у нас корона. Это у нас рука. А это косичка. Пытаюсь понять, чем она отличается от хвостика. Она практически только вверх. Ну, у меня больше вопросов, наверное, да? Ну, у вас как красиво получается. Вы учились уже? Вот это вот точно. Так вот, тут мне L надо. То есть сочетание вот этих вещей рождаются буквы, теперь я поняла. Вот. Вот не получается. Нет, нет, смотрите. Зубчик-то вы должны вывести, и потом изнутри как бы... А может, зубчик? Ничего не сказали. Вот зубчик надо. Да. Чего? Так вниз-то я не опустил вот эту штуку. Опускайте. А потом вверх возвращаться, что ли? Самое главное, да. Не так? Да. Держать. Его отдельно надо. И потом? А, даже отдельно. Да, отдельно. Наверное, у них вообще кальция не получается. Вот в обучении самое главное вот эти элементы нам рассказать. Вот сейчас она рассказывала. Когда мы незадумчиво, да, срисовываем, то мы не понимаем. Вот эти, они отдельно пишут. Потом вниз есть. Вот это значит, вот это Е. Ну вот опять, мы как пишем. Так. Не-не-не. Вниз? Знаете, такое, вы вот так нюру сделали, как бы нажали, и вот так провели. А это отдельно? И это, как бы вот так, и отдельно. Ага. А вот так, чуть нажали. Ага. Ну, не надо с ними соединять. Ага. Ну, другой уже смысл. Да. То есть она должна как бы вообще ни во что получиться. Нет, это уже другой смысл будет у этого. Это уже не Е будет. Это уже ох, у вас что получилось. Ну, рисовать-то я ее смогу. Так, отдельно. Все, поехали вниз. А вниз это вот, ну, почти один в один срисовал. Да? Там в зависимости от размера а шрифта. А вот это значит «Г» получается. Да, более-менее. О. Ну, вы у вас талант, вам надо учиться, вы научитесь. Ну, ладно. Да, вы научитесь. Главное, у вас есть интерес к этому. Ага. А мне это самое. Очень даже. А мне. Вы первый раз здесь буду... да? Ну да, вот на монгольском языке точно. Вот это уже слово соединяйте. Вот сейчас буду соединять. Известный якутский художник Весенин. Алена, что ты вот выдаешь? Известный якутский художник, а там хорошо. Вот давайте фамилию писать. Только художник было понятно. Весенин. Весенин. Олег Весенин. Да. Видим, какой певец, однако, еще, да? Ой, у вас же рука как бы поставлена, да. Вам это. А там пиво, Лена, там пиво. Беседу с Любой. Вот мне вот эти все завиточки непонятно, когда делать. Молодец. Вот.
получилось? Ну, получилось. Прочитать можно? Ну, можно. Ну, надо соединять. Все-таки, их все надо соединять? Все соединять надо. Между собой. А вот когда я их соединю, то они начнут путаться, наверное. Ну, ладно, сейчас еще раз. Сейчас Оксана зайдет. Вы, Оксана, я живу. Алена, Оксана, плохо вы? Оксана, хожу. Плохо вы? Корень на его обещаешь? Я отдельные эти вот элементы, из которых потом состоит буква. Мне кажется, это лучше. Это все не так написал. Смотри, и еще я их не соединил, да? Ну, более-менее. Зато красиво. Красиво. Он художник. Художник. Беседин. Рука уже по-другому, видишь, чувствует. Чувствует кисть. Давайте я вам иначе, как вас зовут? Меня Раиса. Сейчас портрет ваш тебе. Ну, портрет, да, это другое. А вот в европейской, в моей, так сказать, хореографике, это делается экспромтом, каждый раз по-разному, в зависимости от того, какой человек. Да? Вот я попробую сейчас ваш образ в шрифте передать. Да? То есть получится вот так вот. Это вы сами импровизируете, импровизируете? Конечно. А как вас понимаете, да? А как вас зовут? Меня зовут Баир. Баир. А что так на меня посмотрели? Понять человека должен. Кого мне писать? Аля, ты пишешь, что ли? Какие молодцы. Ну, это импровизация. Вот так. Это импровизация. Боит же, да. Правда, здесь бы у нас не получилось. Я мы вот ее вот сделаем, да? А где был другой? От Беседина. Вот он. Вы. Да. Или тоже здесь? А это поэт. А вы что мне не сказали? Это поэт известный. Мы думали, никто не едет. Боит, да. В кабинете сидел. Время же сколько было? Заглянуть. Я думала, это нормально. Орали. Не орайте. Здрасте. Она меня кусала. Я где я тут? Это... Претензии, а слово какая вот, какие буквы, вот, ну есть же так. Претензии нет, я просто говорю, что не рассказывала, можно было заглянуть. Потом пошла А. Потом пошла И, а потом пошла Р. Но это же можно писать по-разному каждый раз. А Ирина как? Сейчас. Тогда можно на основе Старомогольского письма сделать. Можно и цвет. Можно и цвет. А Раиса как вы интерпретировали? Так, а что? Ну, смотрите, смотрите, это буква Р. Вот она. Да? Вот это буква А. Это буква И. Это С, а это снова А. Будете сказать, что это портрет, да? Это каллиграфический портрет. Ну, то есть, как бы это перенесенное в знаки. Это более интересная вещь, чем... А Ирина как и будет? Пишите имя свое, ваше имя. По-своему или как? Ну я обычно расписываюсь вот так. Б, Е, С, Е, Д, И, И. Все. Будем знать, что я от известного художника. Да я, какой я известный, если вы меня не знаете. Известный пробьем. Уже неизвестный, значит. Значит, уже неизвестный. В интернете пробьем, посмотрим ваши картины. Ирина. Ну вот вы все круглые, поэтому... Я богатая, самая богатая. Спросим круглые. Богатая. Нет, Ирину, мы вот про вас я бы вот так вот написал. Смотрите. Я бы написал вот так. А, это Олег Песеедин. Угу. Буквы видно. Буквы все кругленько. Мои щечки. Два вот тут вышли. Готовый логотип. Да. Степанова. Ой, еще и Степанова. В другом. Не, ну это уже перебор. Но я бы тогда это тоньше писал. Потому что это ой, крупно. Ну, сейчас, минутку. Тогда сюда надо вводить чуть-чуть другой штрих, потому что, ну, как бы, когда много одинакового, то будет лишнее. Ой, вам это мастер-класс надо давать по этим. А меня не зовут никуда, и поэтому я и не даю. Меня не зовут, говорит. Только приду сразу. О, как интересно. У вас как бы физиогномика. Вот там лисица. Вот смотрите, и поэтому на контрасте с этим, поскольку здесь мы крупно это написали,
если я это повторю, то это порой учится уже тавтология такая, одно и то же. Поэтому мы должны, значит, но наклон и характер букв, конечно, менять нельзя. Надо попытаться сохранить. Поэтому мы вот к имени приделали вот такое вот Степанова. Да. Ой. Не улыбаешься, а Шулгор. У меня и началось у меня не до зорца, зорца, а я. Вот так. Это вы буквы... Ну почему? Это буква Е. Это буква Е. Давайте по буковкам смотрим. Посмотрите, вот это буква Е. С. Вот это буква Т. Вот это буква Е. Видите? Вижу. Вот это П. Такая или решеточка. Вот это А. Видите, получилось вот такая. Так. И вот так. Ну, то есть она вот так вот у меня получилась. Хочу все пройти. Это Н, это О, а это вот В пошло. Ну, она как бы уходит уже туда куда-то. Ну, я бы опять же, я бы тут своим цветом, наверное, фиолетовым написал. Давайте мы сейчас сделаем, наверное, еще раз. Дайте мне. Сейчас Кирилл на Рябушево. Сверху разумены. Вот смотри, я буду рассказывать. Да? А вот эта вот А, она вот такая. Я думаю, она каждая на что это получилось, да? На рейса. И рейне А, да? А Степанова я бы вот, я бы все-таки, поскольку у вас какой-то фиолетовый. А тогда Степанова мы попробуем вот так. Могла, пусть могла обучать. Сразу, это же импровизация построена. Это реакция, это сумма. Это буква Орхусина. Получается, как знаете, как рефрен. Потом здесь О мы сделаем. Да, мы сделаем. Да, сюда пошла, да? Сюда, да, мы сделаем. И А должна немножко повториться. Оксана, а это лишнее будет, понимаете? Вот здесь уже лишнее, здесь надо какой-то печать. Имеется в виду автограф. Нет, автограф уже есть. На одном автографе писать. Это я выложу в одноклассниках. И мне вас смотреть не мешало. Дайте я тоже сфоткаю. Это каллиграфия, скажем. От беседы, да. Ну ладно. И все-таки надо вот по этим элементикам учить. Ладно, чего. Заканчиваем? Мастер-класс. Про элементики я усвоила. Я это забираю. Маленький зубчик. Большой зубчик. Хвостик. По старомонгольскому. Спасибо.